Etedinlik. Bunlar bu çok. O kendisinden de bunlara bir şey olmasın. Ne söylüyor değil. Cama, cama yaptak. Мне было лет 10, когда произошла революция. Я хорошо помню, как мы с отцом заехали к ямщикам, и они рассказали нам, что царя убили и поставили нового царя, Ленина. Я родился в местности Толба, откуда охотники заезжали сюда на охоту. И потому наш улус прозвали улусом Бродяг. Мы подчинялись тогда западно-кангалазскому князю. Зимой приезжали люди князя и собирали пушнину. Здесь была очень богатая Дарья, которая подчинила всех местных эвенков себе. Она имела много оленей, батраков и пользовалась большой властью. Когда сюда приезжали люди за пушниной, она верхом на олене поднималась на вершину высокой горы и смотрела оттуда на едущих. И только спустя полдня они подъезжали к ним.
Раньше у эвенков был такой закон. Если в чей-либо капкан или петлю попадала добыча, то заметивший его другой охотник обязан был поднять и положить добычу так, чтобы не съели вороны или другие звери. Если же он этого не делал, то его ждало осуждение со стороны хозяина капканов и других. Вот такой был закон.
Подкова, гирбе, вирбе, серьезно, скалака, альбитен, дохоте. Ай, ты, Митя. Проктора, проктора, альбитен, серьезно. Bu çevu hayalini törtte bu hafta bu nyola oğan gerdiyim bari.
Раньше всех о существовании здесь золота знали старик по имени Мелок и трое его сыновей. Сыновья, бывая на охоте, находили самородки и украшали ими ружья, ножи, делали мушки для стволов. Отец строго-настрого велел сыновьям не говорить об этом. Если узнают русские о золоте, то они непременно приедут сюда и выживут нас с этих мест, как когда-то выжили с южной тайги, с Бодайбо. Ведь раньше Бодайбо была земля эвенков. Это сейчас там их нет. Как только открыли прииск незаметный, сразу со всех концов клынул народ. По реке на плотах и на лошадях со стороны Нагорного тянулись обозы. Много стало пришлого люду, и эвенки стали опять разбегаться. Да и в то время в тайге было очень опасно ходить. Разбойники убивали всякого из-за золота. В тайге то тут, то там валялись человеческие головы. Где уж тут до охоты? Видать, золота было много. Русские весной уходили, а осенью по 4, по 5 килограмма в мешочках приносили. Сейчас в оленеводы молодежь идет неохотно. В большинстве идут те, которые не в состоянии жить нормально в деревне. Пьют люди. Поэтому родители стараются уехать с детьми подальше отсюда. Скверная наша жизнь стала. Охотники, приезжая в деревни, пьют и, конечно, все спускают за это время. Какая уж там жизнь. Да и тайги-то у нас осталось мало. Золотари и разные экспедиции всю тайгу перекопали. Вездеходами избороздили. Тыраги ни одного живого ручья не оставили. Теперь, говорят,
надо восстанавливать. Где уж? За 60 лет так исковеркали тайгу, что вряд ли теперь восстановишь. Взяла в дом девушку Валентинку. Скажи детям, что они ее не... Oh.
Туда говорю, да. Почему же мы так сильно изменились, совсем не похожи на своих предков? Это видно все от того, что мы веру свою потеряли. Ведь раньше слово «они» для нас было священно. «Не делай зло, они», — говорили старики. И для нас это был закон. А теперь что?